Сегодня у нас 26 июля, это уже послеобеденное время. Вот тут мы сейчас пообедали и работаем. Бабушка Серафима, он идет, Лена Барабаш ведет ее за руку, под руку вернее. А мы здесь пришли с Игнатьевичем, и вот этот кирпич, вот ребята отбирают целый, а потом сгодится куда-нибудь на строительство, печь или там что-то еще. А мы здесь будем сейчас бут укладывать. Потому что здесь весной идет вода. Баба Серафима вам овощей передает. Тяжело и не знает. Владень, можно его натащить? Быстренько отнесет и принесет. А то ей мальчик какого-нибудь. Ну, я донесу. Унесет потом. А? Так, ты чего выдумываешь-то? Ничего. Ну дай, давай сюда, дай. Я пошла, дай. Пошла. Отбери, пошла, блин. Пошла, пошла. Ей тяжело, она. Отбери, беги. Отбери. Нестор, забери. Не отпускаю теперь, все. Ну, опускает, несет повара. Все, иди скорее, бегом беги, бегом, бегом домой. И верни там тару, все, мешочки, все верни. Вот такие, брат, дела наши. Только начни делать, и помощников Бог дает, вообще. Так, Володенька. Все? Ну что, ребята помогают, он отобрал, побежал. Все, только начни что-то делать, Бог сразу дает помощников. Вот удивительное дело. Что нам нужно сейчас делать? Ход сделать скорее. И разобрать кирпичи, чтобы люди могли проезжать. Вот так. Бери туда лопату с той стороны. Все, слава Христу.